Привет, я Фая. Сегодня в видео я покажу вам не только мои бьюти-покупки, но и популярные уходовые продукты, распиаренные бренды, вещи, которые на 100% достойны вашего внимания, технику и самую дорогую китайскую косметику, которую я отправлю подарочками к вам. Так что видео обещает быть интересным. С вас подписка, ну или ставьте лайк, чтобы потом найти мой канал и смотреть его без подписки, как большая часть зрителей. Вообще-то обидно. Но давайте начинать. Корейский уход сейчас пользуется огромной популярностью. И все неспроста, ведь бьюти-стандарты Кореи на сегодняшний день, пожалуй, самые жестокие в мире. Оттого на рынке хороших и доступных брендов с пометкой Made in Korea только увеличивается. Та-дам! Поэтому я хочу поделиться с вами продуктами, которые вы 100% видели. Скорее всего, хотели бы узнать, как они вообще работают на деле. Поэтому вот сегодня я вам это все расскажу. По уходу я, правда, пробегусь довольно-таки быстро, потому что я снимаю полноценное видео об уходе за своей кожей, о том, как я ее испортила, о том, как я ее восстанавливала. Так что здесь просто вот кратенько. Ретинол от компании Clean Up. На самом деле, один из самых популярных ретинолов, самым хорошим якобы составом и процентом активного вещества. Я, честно сказать, не могу сказать, как я к нему конкретно отношусь, потому что я себе испортила кожу, и он в том числе виноват. Все делала прям по инструкции, по рецепту, как интернет завещал. К сожалению, я это делала самостоятельно, без назначения дерматолога или даже косметолога. Возможно, это моя ошибка. Нахваталась я от него, короче, проблем. Возможно, в целом мне не пошел ретинол. Умывашка от бренда Dr. Surical. На самом деле, бренд сейчас один из самых популярных, насколько я знаю, и я покупала вместе с этой умывашкой гидрофильное масло. Гидрофильное масло, просто солнышко, очень хорошо отмывает, правда, работает. Меня обсыпало от нее, как и большинство людей, которые вот писали на нее отзывы. Так что вот если у вас были мысли о приобретении данной пенки, то вот настоятельно не рекомендую. Следующий продукт, который вот самый лучший, в одном из своих крайних видео я про него говорила, это тот же бренд Dr. Surical, правда, это веган камбуча Tea Essence. Она правда работает и работает круто. Она очень хорошо увлажняет, питает и заживляет поврежденную кожу, то есть если у вас есть какие-то воспаления, которые вот прям начинают развиваться, или вы наоборот что-то выдавили на своем лице, то эта штука просто идеальна, правда, рекомендую, советую, всех своих денег стоит, хотя стоит она, ну, относительно недорого, да. The Ordinary, супер популярный бренд, который уже прошелся по всему миру, это гликогелевая кислота. Почему я не разбираю обычно ниацинамид и цинк, это мой самый любимый, наверное, продукт от The Ordinary, я его советую. Многие говорят, что не видят результата, но по факту, если вы пользуетесь ниацинамидом, результат вы увидите, ну, через месяц как минимум. Что касается гликогелевой кислоты, спектр ее применения просто огромен. Не могу ее посоветовать, если, ну, для лица, если у вас на нем проблемы и воспаления, прям такие свежие, потому что все-таки это кислота, и она будет вам их раздражать, и ничем особо не поможет. Это прекрасное средство, тоже всех своих денег стоит. Вот я потратила не так уж много, очень хорошо, хороший у нее расход небольшой. Советую. Так, для следующего продукта нам нужно переместиться в другое пространство. Теперь мы в ванной, и я хочу рассказать вам про электрическую зубную щетку от YouSmile. Вот так вот она выглядит, и если честно, поначалу я хотела розовую себе, но их очень быстро разбирают, и на момент заказа осталась лишь мятная. А все потому, что продажи бренда на рынке превысили долю Philips и даже Oral-B. В общем, бренд очень популярный, продается на Nvidia, DNS и Ozon. Я как раз таки там вот и заказала себе щетку. Пользуюсь ей около 2 недель, до этого пользовалась обычной щеткой с достаточно густой и мягкой щетиной, потому что именно такая щетина лучше очищает зубы и не вредит моим достаточно чувствительным деснам. Но, конечно, вот с этими щетинками вот эта щетка вообще не сравнится. В сравнении с обычной щеткой, конечно, она лучше очищает, убирает налет, ей тупо удобнее пользоваться. Могу ли я ее посоветовать? Определенно, потому что я пользуюсь ей уже довольно-таки долго, да, и вижу на себе результат. Но если у вас высокая чувствительность зубов, болезнь парадонта или по-другому
подвижности зубов были операции во рту, то лучше проконсультироваться со стоматологом. Так как электрические щетки при данных показаниях запрещены, и вы грозите себе получить осложнение, нежели хорошее очищение и отбеливание. У меня, как всегда, перегревается моя камера, спасибо ей за это. Забыла сказать, что в отличие от пенки Dr. Surical, далее приобрела не менее тоже, опять же, популярную пенку, она от COSRX, если я правильно произнесла бренд. Стоит присмотреться. Вообще, в целом, скажу наперед, что пенки и гели с супер каким-то увлажнением, уходом не требуются, потому что пенка, самая ее главная функция, это смыть грязь с лица, или там остатки гидрофильного масла, или остатки мицеллярной воды. Вот, поэтому сильно не тратьтесь на пенки. Кратенько про SPF-ы. К сожалению, тема уже менее актуальна, потому что активные лучи, да, наши солнечные уже закончились, скоро осень, но во всяком случае, если вот у вас есть какие-то проблемы с кожей, то я бы вам посоветовала пользоваться SPF, защищать свою кожу от солнышка. Если вы лечите кожу кислотами, ретинолами, то тоже ее нужно защищать. Но, скорее всего, если вы это делаете, вы это уже знаете. Но, тем не менее, супер популярный SPF. И вот у меня был еще вот такой вот SPF от Dr. Surical. Он, кстати, мне понравился намного больше, чем эти два. Этим SPF пользовался Адам, потому что у него очень хорошая кожа. И он вот для нормальной кожи самое то, хорошо сидит. Я им тоже пользовалась какое-то время. Но если у вас есть проблемы с кожей, то я посоветую его. Как мне, собственно, посоветовали его вы, кто-то мне в комментариях просто написал: «Фая, попробуй, советую». Вот теперь я это наследие, да, этот слог, цитату несу дальше в люди. Если проблемная кожа, если вы ее лечите, если она у вас чувствительная, то я могу посоветовать SPF от Dr. Surical Kika Regen Vegan Sun. Вот, два этих SPF, конечно же, на химических ультрастойких фильтрах. Вот, поэтому они очень круто защищают кожу, не требуют обновления, если вы, конечно, только там под солнцем целыми днями не стоите. Я их наносила, не обновляла, чувствовала себя прекрасно, правда, могу посоветовать. Идем дальше. Хочу сделать небольшую паузу и рассказать вам про этот кардиган, потому что в одном из видео очень многие про него спрашивали. К сожалению, именно в данный момент, в момент записи, я не помню, откуда я его взяла, но вот я вам здесь подпишу, где я его взяла, возможно, приложу ссылочку, мало ли найду. Наверное, мы сейчас с вами поговорим про косметику Flower Nose, потому что в свое время, в прошлом году, на секундочку, она сделала довольно-таки большую шумиху. Этот бренд из Китая, довольно-таки дорогой косметики. Одну из коллекций я получила в декабре 22 года и сразу же просто влюбилась в этот бренд. И недавно они мне прислали еще одну коллекцию, уже новую, да, другую русалочка. И я подумала, что сейчас у меня довольно-таки много косметики, и мне просто ее некуда девать, и я считаю, что лучше как бы, чтобы этой косметикой пользовались, потому что по факту у меня... О, Мелисса, здравствуйте. Очень часто просто простаивается, у нее заканчивается срок годности, и я ее выкидываю. Поэтому, да, будет такой мини-розыгрыш, но розыгрыш будет не здесь на YouTube, а в моем новом телеграм-канале. Я вообще вела свой старый телеграм-канал аж с 18 года, периодически туда присылая какие-то голосовые сообщения и делясь своим моральным состоянием, пытаясь как-то... не знаю, разгрузиться и поделиться с вами вот своей настоящей жизнью. Но недавно я поняла, что не о том я хочу вещать, и я решила, приняла такое решение, довольно-таки тяжелое, завести новый телеграм-канал, где буду я рассказывать про бьюти, делиться также, конечно, своей жизнью, своими переживаниями, но не в ключе такой, знаете, вечной апатии. Я посчитала, что период... окончен, и нужно как-то эту главу закрыть, поэтому переходите в мой новый телеграм-канал, там уже, скорее всего, есть посты, не знаю, да, Фая, там, поднапрягись, пожалуйста, и там будет проходить розыгрыш того, что я покажу дальше. Палетки. Я палетками, если честно, этими особо не пользовалась, потому что у меня есть свои какие-то любимые, да, и эти так простаиваются, но вот видите, какие они прекрасные, это просто... Ну, несмотря на то, что мне не совсем импонируют клубнички вот здесь вот на фасаде нашем, но
Бренд супер красивый. Я не представляю, сколько они денег тратят на упаковку, с учетом того, что у них сами продукты очень качественные. Вы взгляните только. Это ж прекрасно. Вот как раз-таки вот этой палеткой я особо-то и не пользовалась. Нюдовая красивая палеточка. Единственная проблема, бренд очень часто использует одинаковые оттенки в своих продуктах. Соответственно, вот те оттенки, которые вы сейчас видите на своих экранах, они повторяются в новой коллекции. Вот такое вот упущение у этого бренда есть. То есть упаковочки меняются, а продукты как будто бы в рефильчики одни и те же закладываются. Имейте в виду. Что касается качества. Насчет качества вообще никаких предъяв быть не может. Этой косметикой я как раз-таки и пользуюсь. Вот взгляните, они мне вот присылали в прошлый раз коллекцию Unicorn. Прекрасные блески, такие тинтованные немножечко. И вот тинты. Они имеют классическую муссовую текстуру, очень похожи на тинты обычные корейские. Тинты, господи. Надеюсь, я правильно произношу. Мне супер все нравится. Цвета я не вижу немножечко смысла показывать, потому что я сейчас вся измажусь. Но вот честно высказываясь о бренде, могу сказать, что он меня очень сильно удивил. И китайская косметика не есть плохая косметика, потому что, поделюсь такой вот небольшой историей, мой самый первый любимый консилер был от бренда вот такое у него название, потому что я боюсь, что я неправильно его произнесу. И мне очень сильно нравился этот консилер. Впоследствии я пользовалась тоналками от этого бренда, и очень много людей спрашивали, что это за светлые тоналки. Это были тоналки как раз-таки от вот этого бренда. Не реклама, правда советую, и не реклама Flower Nose к тому же. Самое крутое, пожалуй, из коллекции Strawberry Rococo это зеркало. Но мне не нравится, как оно выглядит, опять же, с лицевой стороны. Мне больше нравится... Ой, с тыльной. Мне больше нравится как раз-таки лицевая сторона. В общем, зеркало мне безумно-безумно нравится. Вот я им пользуюсь, чувствую себя великолепно. Некой такой принцессы, знаете. Вот, это мне нравится. А теперь о новой коллекции. Что хочу сказать. Дарить я вам буду вот эти прекрасные палетки теней. Раз я так много слов сказала про зеркало с предыдущей коллекции, конечно, мы поговорим про эту коллекцию. Коллекция называется, к слову, Moonlight Mermaid. Лунная русалка. Такое прекрасное зеркало в коллекции лунной русалочки, но спереди оно выглядит вот так вот. Немножечко даже дешевенько, но так выглядит прекрасно. Все. Мне очень жаль, что не получилось показать всех своих впечатлений от распаковки, потому что видео с распаковкой я сняла. Посмотрите на эту кисточку. Я очень хотела, чтобы они мне отправили кисточку. Она вот такая вот маленькая, как почти как кабуки, да, кисть. Для румяшек подходит, но я и так периодически пользуюсь просто для того, чтобы почувствовать себя невероятным эстетом, что вот якобы вот я сижу, крашусь в золотом духе. Короче, супер, мне нравится. И снова тинты, и это именно как блески из коллекции вот Unicorn. Ими я пользуюсь, поэтому я не стала никому их отсылать. Давайте взглянем. Взгляните, как они глянцево выглядят, даже немного лаково. К слову, они, по-моему, с какими-то маслами, потому что губы после них становятся увлажненными и мягкими. Это точно могу посоветовать. Насчет теней я бы подумала. Тени из новой коллекции, вот которые я оставила себе. Необычные цвета довольно-таки. Смотрите, зелененький у нас есть. Очень красивый. Такой бордовый. В общем, внутри косметика тенюшки выглядят таким вот образом. А вот здесь вот они отличаются именно цветом неба и цветом луны, фазы даже луны, скажем так. Еще я забыла вам рассказать про пудру. Она в 0,1 оттенке, и вот она мне идеально подходит. Вот прям очень крутая пудра, несмотря на то, что я супер светленькая. Правда, тут уже сточилась. Ну, не знаю, как вам показать, но пудра, в общем, мне идеально подходит. Она очень хорошо ложится на кожу, и она светлая, господи. Потому что я, к сожалению, я люблю очень сильно прессованные пудры. Но из-за того, что все они очень темные, я пользовалась бесцветной и рассыпчатой. Но, наконец-то, я пользуюсь вот такой.
Спасибо. Также мои новые покупочки — это такие дресс-румы, стали супер популярными после того, как их вроде бы как рекламировали BTS, наши любимые. У меня ароматы 1197, и в одном из своих видео я также их рекомендовала, сказала, что вот попробуйте, если вам такое понравится. 11 это просто стиральный порошок, как будто бы, знаете, вас обдали кондиционером, а 97 это запах новой вещи, такой вот хлопок, понимаете, но новый в хорошем плане, то есть нету никакой вот отдушки, очень приятный аромат, скорее всего, он понравится многим, нежели вот этот. Следующий бренд, супер популярный бренд ухода за волосами. Не буду произносить название, потому что боюсь, что я ошибусь и неправильно там поставлю ударение, не знаю. Это масло и маска для волос. Они, в общем, содержат натуральный мед, очень хорошо ухаживают за кожей, но это все то, что нам показывают в соцсети. Я купила это просто потому, что это распиаренный бренд. Мне стало интересно, что же в этих штучках такого крутого. Сразу скажу, что маска ничем не отличается от масок того же L'Oréal какого-нибудь, да. Хорошая маска, понравилась ли она мне, ну, неплохая. А вот серьезнее я бы хотела поговорить как раз-таки про это масло для волос, потому что, видите, полбаночки уже потрачено, почти, ну, 1/3. Что я могу сказать? Сначала я подумала, что это масло очень крутое. Потом оно высушило мне волосы. И я просто вот, я подумала, что все, я этим не пользуюсь, бренд ужасный, просто потратила деньги. А на секундочку, он стоит... И я наткнулась, господи, спасибо ТикТоку, на видео одной девушки, где она рассказала, что это масло ни в коем случае нельзя наносить в огромном количестве. То есть буквально нужна одна капелька, вы сильно растираете масло в своих ладонях и уже наносите на волосы. Ну, по длине не обязательно, главное на кончике. Потому что иначе... масло будет действовать против вас, и вместо того, чтобы питать ваши волосы, да, и делать их такими шелковистыми, красивыми, оно начнет их высушивать. Казалось бы, вроде бы логичный совет, но почему-то я своим мозгом до этого не доперла, вообще не подумала, случайно вот реально увидела это видео. И вот с того момента я полюбила это масло, потому что у него маленький расход, и в итоге оно получается по, ну, расходу дешевле, чем дешевые какие-то масла. Ребята, я забыла включить свет. Я сидела без света. Понимаете, это очень красивый свет. Почему я про него забыла? Ужас. И недалеко уходя от темы волос, показываю вот эту прекрасную штуку. Это массажная расческа, массажер для волос. И да, ребята, я просто рандомный какой-то розовенький заказала. В чем его минус конкретно такой формы? В том, что у меня очень маленькая рука для него, и когда я как бы начинаю массажировать, она просто вот проскальзывает. Вот сейчас нет, но иногда у меня просто проваливается туда рука, и, в общем, форма не самая удобная. Я бы посоветовала вам брать все-таки массажер поменьше, и у которого ручка находится посередине, а не вот так вот по краям. Я теперь мою голову только с этим массажером. Масло наношу, а так просто массаж, кстати, не делаю. И этот массажер, на секундочку, вот у меня сейчас уже коротенькие ногти, но он мне помог отрастить длинные ногти, потому что раньше, когда я мыла волосы, мыла голову, если у меня были небольшие трещинки в ногтях, они цеплялись за волосы, и у меня дальше ломался ноготь. И вот благодаря этому массажеру я смогла отрастить ногти. Ну и, конечно, я пропивала еще витамины, но именно если брать какое-то механическое воздействие, то... массажер — крутая тема, реально советую, рекомендую, ссылочку оставляю. И, скорее всего, я куплю себе новый, более удобный, но он, правда, очень крутой, он у меня уже 2 месяца точно. И раз мы говорим о массажерах, то, пожалуйста, вот такой вот ролик для йоги, фитнеса. Я его также покупала из-за эстетик а-ля Пилатес. Что могу сказать? Во-первых, меня разочаровал цвет, потому что он должен был быть нежно-розовым, а пришел вот такой вот яркий. Я даже попыталась его как-то осветлить, ставила на солнце, но, увы и ах, он остался вот таким, каким был. Честно сказать, я особо с ним не занимаюсь, так, когда вспомню, когда заболит спина или ноги. Знаете, бывает такое, если вы очень много ходите, у меня это периодически бывает, очень сильно болят ноги. Это потому, что забиваются мышцы. И вот этот ролик как раз-таки вам может с этим делом помочь. Он просто разгоняет
заполняет лимфу, и, соответственно, ваша водичка из тела уходит. Поэтому такую штучку, правда, могу посоветовать. Единственное, что мне нужно купить коврик для йоги. Теперь я боюсь заказывать коврик для йоги, потому что думаю, что он придет не того цвета, какого бы я хотела. Проблемы. Ну что ж, у нас осталось обсудить тему техники. Мне очень много людей спрашивали по поводу бренда Увучан. Его рекламируют огромное количество блогеров, я в том числе. Мне они присылали очень много своих наушников. И так выглядят первые наушники, которые мне они прислали. Это наушники Sakura от Увучан. Очень популярная у них модель. И я даже помню, что когда я их носила, снимала в них, мне писали, что я пытаюсь быть похожей на одну блогершу-стримершу, но нет, увы, это не так. Эти наушники просто супер популярны, и если немножечко выйти, да, из своего информационного вакуума, то вы бы заметили, что они есть у очень многих людей. Вот, достаточно просто зайти на их аккаунт. Что касаемо их пользования, некоторые спорят, что эти игровые наушники по факту не совсем игровые, потому что у них очень плохое звучание, якобы в них дискомфортно играть. Наушники скорее больше, опять же, для эстетики, но звук в них прекрасный, шумоизоляция отличная. И в целом, я не знаю, я очень сильно люблю именно эту модель, поэтому я не могу ничего про них плохого сказать, но могу кое-что сказать плохое про их наушники Эльф. Знаете, такие, они похожи даже на Акаши. Сейчас покажу, как они выглядят. У них такой вот футлярчик. И сами наушники. Та-дам! Конечно, они выглядят просто великолепно, супер необычно, немножечко так аутентично, да, вроде бы и что-то старое, но и что-то новое, технологии, уху. Они выглядят очень эстетично, возможно, кому-то они будут комфортны, но для меня они не подошли, вот, поэтому, да. Знаете, я поняла, что мне нужно купить петличку, потому что я уже какое видео сижу просто с телефоном, хотя у меня есть петличка, но она неудобная, и мне нужно взять новую. И весь этот монолог про Увучан был для того, чтобы распаковать вместе с вами их новые наушники. Ну, вернее, модель-то старая, но они мне их недавно прислали. Они сейчас завибрировали очень громко мне в уши. В общем, взгляните. А, они разряжены. Беленькие, с золотистыми вставками. Чем-то мне напоминают вот такие прекрасные наушники. Не знаю, это, конечно, вот типа cute gaming. Обязательно ждите фотографии в этих новых наушниках. Мне они супер нравятся. И вообще, мое отношение к этому бренду, оно такое очень хорошее, как и к бренду Flower Nose, потому что зачастую эстетика и красота какого-либо предмета для меня выше его удобства и качества. Объясню. По крайней мере, вот эти наушники есть за эти же деньги, наушники намного лучше по звучанию, естественно, чем они. Те же наушники от Logitech. Тоже очень сильно люблю эту компанию. Но в данном случае вы выбираете именно красоту и внешнюю составляющую по большей степени. И кто-то за это осуждает, и окей, все хорошо. Но я лично вижу в этом, да, свою эстетику, и мне нравится подобное. И да, я порой выбираю красивые вещи, хоть и менее там хорошие, да, вот. Ну вот и все, такое видео получилось, я надеюсь, вам понравился данный формат, мне кажется, это интересно, вот, во всяком случае, я вижу продукты, про которые я вам не рассказала, поэтому переходите в мой телеграм-канал, и я обязательно там буду рассматривать намного больше своих покупок и рассказывать вам свои впечатления. Спасибо большое за то, что посмотрели это видео, не забывайте про лайк, не забывайте про подписку, потому что вы очень сильно поможете этим для продвижения канала, вот. Все, спасибо всем большое, всем пока!